Задача джинсовой жизни – это сохранение личности и души, а все эти тараканьи проблемы – это мы все игнорируем. Вот тут торжественный вход на завод «Лукойл». Собственно, благословенный «Лукойл» здесь делает пищу для моей благословенной ракеты. И производство этой пищи засрало тут весь район у Кстова, поэтому тут долина смерти. Сейчас я еду, воняет, побыстрее буду здесь проехать. Ну вот опять же вам философское противоречие. Бензин же где-то надо делать. Бензин — это благо, потому что на электричестве ты пока что не доедешь 800 километров. Ты проехал 400, вставай на 12 часов, заряжайся. А здесь ты можешь, по идее, даже сутки гнать, если хорошо выспался. Я думаю, до 2000 километров за один присест можем проехать. Так что... Ну, а по поводу сохранности личности, вот я тебе. Вот именно эту книгу я возьму, когда приеду в Вирджинию. Лягу под кондиционер, возьму. Вот инопланетяне, видите, идут. В общем, возьму эту книгу, буду... Вот тут ветка железнодорожная. Много чего на свету видно. Фух, все, кажется, я перебухал кофе. Все, бодрость моя, я прекрасно себе отдаю отчет, что эта бодрость, она сильно временная. Сильно временная, и надо пользоваться головой, несомненно, не одними только чувствами. Потому что грабанешься, и все, и это будет всем насрать. Всем будет насрать, что ты грабанулся, чувак. Поэтому сам заботься, чтобы не грабануться.